Система представляет собой комплекс технических приспособлений и организационных мероприятий, которые обеспечивают выявление, фиксацию и незамедлительное реагирование на нарушение правопорядка. Им сверху видно все, ты так и знай. Сотрудники полиции показывают студентам университета, как работает система «Умный город». На большом экране отображается вся Самара. Зеленые точки – это работающие на улицах камеры. Сейчас их чуть менее 1500. Они расположены во всех парках и скверах, на набережной, на дорогах и во дворах. В некоторых районах, там, где по статистике преступления случаются чаще, и камер больше. К системе могут быть подключены и камеры, которые покупают сами жители, например, для того, чтобы повесить их по периметру школы или многоквартирного дома. В этом случае им нужно сообщить о своем желании в ситуационный центр. В автономном режиме работы информация на них может быть уничтожена, к примеру, в случае вандализма или пожара. Здесь же, на серверах ситуационного центра, записи хранятся в течение 3 недель. Во-первых, меня удивила сама слаженность работы, то есть вот это даже группа перехват, грубо говоря, когда буквально за несколько минут можно раскрыть преступление прям моментально. Это, конечно, удивляет. Сами вот эти меры по созданию этой системы, она, конечно, является очень прогрессивной и очень нужной. Не обошлось без наглядных примеров. Сотрудники полиции рассказали, как по горячим следам удалось найти того, кто в новогодние праздники повредил железный забор, огораживающий территорию стройки новой станции метро. Нетрезвый водитель на высокой скорости снес забор, долго кружился по территории, а затем скрылся. По камерам его отследили прямо до подъезда дома, в котором он проживает. Экскурсию в ситуационный центр полиции для студентов организовали члены общественного совета при ОВД города Самара. Первая задача наша – это донести работу объективно, работу органов внутренних дел до студентов. И второе – значит, их привлечь на ту стезю по охране общественного порядка. Экскурсии для студентов самарских вузов члены общественного совета ГУВД проводят регулярно. Ребята уже побывали в госавтоинспекции, увидели, как работают сотрудники патрульно-постовой службы, а также кинологи. Виктория Шарая, Максим Гусев. События.